Рёбзя, здорово. Короче, я устанавливал недавно дымовую трубу. Труба была длинная. Ее пришлось укоротить. Осталось 50 сантиметров огрызок. И я решил с нее сделать печь щепочницу. Вот такая вот. Просто труба. Я в ней сделал пропилы. Вот их там видно. Три штуки по, ну, 120 градусов. Но я это как эксперимент. В принципе, мне эти печки-щепочницы как бы, ну, не, особо ни к чему. Но я подумал, что может быть пойдет вот такая вот. Ну, то есть, обычные печки-щепочницы, они, как сказать, они все дырявые насквозь. И непонятно, собственно, смысл этих печек-то. А тут получается так, что чем длиннее труба, тем лучше тяга. Ну, то есть, не тем выше труба, а чем соотношение высоты к ширине. Чем уже труба и чем она выше, то будет тяга лучше. Но я решил, что 22, по-моему, сантиметра или 23 будет, наверное, достаточно для того, чтобы была какая-то тяга. К ним идут наборчик вот такой вот. Оп. Вот такие штучки. Сейчас я покажу, как это делается. А, еще одна. Их 6 штук. Ну и, естественно, вот дно. Сейчас забабахаем. Широкий на низ, а маленький наверх. Вот. Ну и сейчас мы сюда их втыкаем. Где они? Вот они большие. Ага. Блин, мне не повезло сегодня. Вообще. Я выехал. Там-то у нас в городе нормально все. Хорошо, зашибись. А сюда в горы приехал, тут ветер страшный просто. Вот мне пришлось вот в этот унылый лес какой-то залезть. Я-то хотел там на горке, хорошо, чтобы было. Ага. Ну вот видите, получается такая ракета. Ракета, блин. Вот. Это как бы будут ножки. То есть они маленько выпирают. Тем самым получается зазор. Ну, то есть, чтобы тяга была. Там, в принципе-то, немного надо. Блин, а я опять что-то ору. А зачем? Непонятно. И вот эти вот штучки. Хоп. Опа. Как-то они... Но она пока еще новая. Короче, ветер сильный. Просто трындец. Я пока доехал до сюда, что-то меня всего продуло нафиг. Вот она, а что она считается? Вот она не должна считаться. Ну ладно, пойдет. Ну вот такая вот штучка. И мы сюда кидаем. Туда куда-то. Оп. Короче, ее пока надо как-то наклонно, что ли. О, тяга какая идет. Нифига, блин. Вот это да. Ну и сейчас мы ее попробуем поставить как-то. Оп. Опа. О. Какая штука. Интересный. Пламя полыхает вовсю. Оп. Ну и сюда, что хорошо, тут можно подлиннее палки-то сувать. Ага. О. По иронии судьбы, я залез в такие дебри, что тут просто костер можно жечь. То есть дров тут просто валом. Но тем не менее, проверять же надо эту штуку. Вот это ветер. Боже мой. Ужас. Вот как мне не везет с этим делом. Не знаю, это уже капец какой-то. А что, тяга вроде есть. Но она еще не сильно разгорелась, конечно. Сейчас посмотрим.
Так она. Может, ее даже вот тут вот дырочку сделать. Ага. Вот. Тут что-то как-то оно тут село. О. Пошел процесс. Пошел. И тут маленько подковыряем. Оп. О. Что-то я, наверное, сюда лучше. Прикольно она горит. Хе. Черт возьми. Я даже котелок взял. В смысле, сейчас что-нибудь закипятим. Я не знаю, какой тут к черту чай, блин. Тут, ну, ветер. Он даже здесь. И вот этот шум, который стоит там поверху, он, блин, так неуютно. Короче, от него не очень уютно. Так. Вот она помаленьку уже начинает подгорать, труба эта. Так, ну ладно, мы наливаем водички. Ух. Ветерок. Обалдеть. И ставим эту фигню. Ну, надеюсь, будет работать. Там, ну, щелка есть, в общем-то. Может, она будет достаточно. Ну, что-то она дымит, блин. Вот что-то как-то вот не то. Обалдеть. Ну, ветер сильный. Дымит жуть просто. Не, а что-то она вот не хочет гореть-то. И дрова, надо сказать, прогорают мгновенно. Я не успеваю подкидывать просто. Хоть полено какое-нибудь туда закидывай. Черт его знает. Может, пойдет. Вот, вот что, где-то там. Вроде горит. То ли повыше надо, непонятно, или ветер мешает. Вот она какая там. Он вниз куда-то ушел. Ну, у меня вот тут такой лесок, короче. Да. Солнце уже скрылось. И тут вообще какая-то жуть. Ну, в общем, что-то с котелком не очень выходит. Тягу перекрывает все-таки. Я в свой испытанный вот этот котелок налью. Опа. И поставлю. Да. А как его? Да вот так прям. Вот. Ага. А может быть как? Или так, что ли? О, он как раз залазит. И я сейчас чайку. Этот быстро закипит сейчас. Ага. Так. Оп. Ну вот. Сколько там? Минута. Минута 20 секунд. Готово. Чай готов. Опа. А. Ух ты, господи. Вкусно-то как. На зеленке всегда все вкусно. Ну, что сказать про эту штуку? Что-то она мне не нравится. Вот эта печка. Вот просто как печка, конечно. Ну, ладно, горит. Но за этот период я бы мог себе запалить пионерский костер тут громадный. А я вокруг этой бегаю, фигни. Но как бы... Да и котелок в костре легче. Ну, конечно, прикольно, все такое. Но, не, дрова уходят к мухе куда-то все. Просто как в трубу уходят. Вот так вот. Ну, в общем, вот такой опыт.
получился. Хотя, надо сказать, вот от нее тепло идет. Там чего видно, не видно, хрен знает. Я уже в округе все дрова мелкие. Хотя дров-то тут море просто, море. Тут вообще ужас какой-то с дровами. Но они уходят быстро. Ну, куда они делись? Куда ты делся? Как-то абсолютно незаметно все это вот сгорает. Вроде бы и огня нету, а все сгорело. Дрова какие-то идиотские тут. Я не знаю, что за дерево. Как-то оно ее расщепляется. Не ломается. Эх, сейчас тополя бы. Но тополя здесь нету. Вот сейчас бы с костерком бы я как погрелся бы. Блин, тут дубак. Я не думал, что здесь дубак-то. В городе тепло, блин. А здесь холодно. Ух, нафиг. И вот все время туда пихаешь, пихаешь. Оно куда-то... Фух, и нету. Да. Ух. Вкуснотень, капец. Чё-то я халвы не взял. Надо было халвы взять. Чё-то невезуха, правда. Ветер, надо же было. Я еле на гору сюда забрался. Боже мой. Ветер встречный, но он всегда встречный же. Я велик тащил в гору 2-3 км в час. Во. Просто ураганный ветер. Ну вот россиянам трудно понять, что такое ураганный ветер, блин. Но это ого-го. Ух. Ну так, сидишь, типа, печечка. Что-то на ней кипятить, но я не знаю, надо приподнять, что ли, вот это вот. Выше делать, чтоб она вот так, что ли, была. Вот что-то такое вот. Ну, как-то тяги нету. И колосники там эти забиваются. Попил, наверное, сейчас попью, да домой, а то за полночь приеду, блин. А тут вот горка, вот тут вот недалеко, на ней снег лежит, мать ее, капец какой-то. Куда я заехал, блин? Я-то хотел на поляночке, там сосенки есть, там зашибись, блин. А сижу в каком-то дерьме непонятном, блин. Тут ужас какой-то. И ветер все равно продувает, ну, блин. Я-то думал, сейчас я в лесок заеду, зашибись, ветра не будет. Ага, я вспомнил, что листьев-то нет уже. Так что тут все равно, хоть он и густой, конечно, лесок-то, но он продувается. Некомфортно. Да. Такой вот опыт. Ну, в общем, это первая моя щепочница, можно сказать. Она, ну, легкая, в общем-то. Но что-то как-то вот... Все-таки костер – это костер. Хотя тяга хорошая, все фигачит вовсю. Ну, блин, столько дров, я не знаю, это вокруг нее бегать надо. Как-то она быстро уходит, дрова. Ну что, не знаю, какой вердикт вынести вот этой вот штуки. Ее там видно в камеру или нет? Какое-то двоякое такое ощущение. Вроде бы и неплохо, а вроде бы оно нахрена нужно. Но опять же, смотря какие условия, какие вот. Вот здесь, конечно, тут в таком лесу вот эту штуку жечь, ну, какой-то прикол больше. Потому что дров море, а где-то, может быть, мало их будет. Хотя, если когда их мало дров, то я дофига туда уже напихал-то этих дров. Они просто, блин, он куда-то уходят и все, блин. Дров на нее тоже надо много. В общем, непонятно. Короче, все, чай выпил, поехал домой. Ну его нафиг. Пока так я не пойму, что это такое? Нужно это, не нужно? Как-то люди щепочницы ездят куда-то там. Ой, что-то как-то
спорный вопрос, в общем, насчет нее. Ну да, прикольно, все горит, вот. Ну вот ее поставил. Ну нет, почему вот? Тут еще от дров зависит. У нас дождей, какая-то идиотская осень. Ну вот он начинает как-то странно. Нет, нормально. Дождей много было, вот что. И тут все мокрое. Абсолютно все мокрое. А, нет, вот закипает даже там что-то. Но там воды мало. Ну вот она вот прижалась. И как-то вот... Ну-ка. Ну да, вон она закипела уже. Что-то как-то с тягой не очень. Короче, ладно, все. Поехал я домой. Посмотрю видео, буду думать, что с этой трубой делать. Блин, печь щепочница. Печка-ракета. Да. Я не удержался от этой красоты. Думаю, да, сниму маленько. Ну, вот оттуда я приехал. Вон с тех гор, вон там лежит снег. Тут, конечно, ветер сильный. И нифига не слышно, наверное. А вон он, город. Эх, красота. Я еле держусь тут. Меня ветром сносит. Ну все, теперь точно все.